Всем привет, с вами Тот. И сегодня я бы хотел решить для вас проблему с русификацией тест-3 Morrowind. На самом деле это делается довольно просто, но многие об этом не знают. Сегодня я вам расскажу и покажу, как это сделать. Ну а вам я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Мимы, погнали! В лаунчере игры и в настройках игры поменять язык невозможно, поэтому придется прибегнуть к интернету. Переходим по ссылке в описании и скачиваем данный файл. Он совершенно бесплатный и находится в открытом доступе. Затем открываем тот файл, который мы скачали, с помощью WinRAR'а. И перекидываем все файлы из WinRAR'а в папку с игрой. Чтобы открыть папку с игрой, надо зайти в Steam. Нажимаем на Morrowind правой кнопкой мыши, выбираем свойства. Затем выбираем локальные файлы и обзор. Если же у вас нет WinRAR'а, то его в принципе можно спокойно скачать через интернет. Также если у вас неофициальный Morrowind, то не надо ничего нажимать в Steam, вообще не надо. Просто заходите в папку, в котором у вас находятся файлы от Morrowind, и перекидывайте файлы из WinRAR'а в эту папку. Вот в принципе и все. Мы с вами скачали русификатор. Теперь осталось его только лишь проверить. Можно сразу понять, что мы все сделали правильно, так как в нашем лаунчере все на русском. Теперь нажимаем «Играть». Я сразу начал новую игру. Я обратил внимание, что синематик тоже на русском языке. Также в этот пак русификации входит и русская озвучка, так что все будет отлично, и восприятие игры будет замечательное. Стой, куда ты? Ну ты и Соня. Как тебя зовут? Ну тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Morrowind. Нас выпустят, это точно. Ну вот, в принципе, и все. Ссылка на этот пак находится в описании. Если вам был полезен этот ролик, я прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, а также глянуть вот этот вот видос. Ну а с вами был Тот. Желаю всем вам удачи в изучении нашего Тамриэля. Развивайтесь, прокачивайтесь и побеждайте. Всем пока.